Вернее, три Эрдру, два Эршама. Пошли в инст, там лок есть уже. Зашмоним. Быстренько ебанем. Пока пачки фул нету. Не знаю, что-то они хоть и вернули, вроде бы как то Т4, но все равно занерфили его в жопу. Ну так он занерфленный, да. Ну так. Там же было 100, сколько, 150%, сейчас 90. Даже армсов поднерфили. Чутка, ну так, чисто под пиво. Чтоб в 4-4 слишком сильно не выдавали. Слава, если надо, могу зайти на хапало. Ну заходи, если Ролис не хочет. А, он чё, он Валанир уже собрал, но видишь, уже ничего не надо больше. Ладно, сейчас я дам трейд Мэдфоксу, и потом зайду. Не хочет нас порадовать своим славным ДПСом. Ой, ХПСом, простите. Ну, своим славным ДПСом я тебя порадую. Раз так хочется даже фаску масла выпьешь. Это не факт. Ну да, как на прокает, тут согласен. Вон ты на роботе 23-200 дал. Ну, блин. Со своими лагами хорошо, что хотя бы 23 выдал. Ну, я же говорю, не порадуешь. Получается так. Заходишь? Получает. Да, да, сейчас. А где ты? А, ты на UKC сейчас. А чё нам... А, ну похуй, нам не нужны больше танки. Я правда не в гильдии. Ты на инсикпу зашел? Да. Ну, сейчас у меня мир прогрузился. Сейчас грузится. Че, призм должен боссов растворить нахуй? Ты с двух аккаунтов или че? Да. Они нерфанули вроде энхо. Сильно? Ну, поздно. Я Мэдфоксу сейчас камни выдам, потом я это... Ну, вроде... У них вернули ПД а, на 20% урона. Плюс они там в чат рды. Мы, если что, сейчас начнем. Ну ладно. Чуть. Да, там нормально нерфанули на самом деле. Но они вернули ему КД на Винфюре. На одну секунду, да, сделали. Че, призван 100к даст сейчас? Mm-mm. Уже не даст. 50? Да, уже 30 не даст. Ну 20 будет. Не знаю. 20 будет. Ну, если 17 в маник, я думаю, 30-ка на 40 будет. Запустил. Блядь. Ладно, верни. Ой, верни. О. Че, я выйду этим рудру? Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак Пронзающий. Отдайте чьи-то маги, пожалуйста. 5, 4, 3, 2, 1. А кто тебе с пула сальву дал? Ой, это ты нахуя в танке? Чё танчить? Кого, блядь? Мобу. А вот я собрался тут танчить. Ну, блядь, снобольда в таунте, понял, блядь? Со спин снимает у людей. Как дела, Мадина? Вы чё, и ВК-25 играете? Да. Зачем я зашел вообще, лол? Очевидно, невероятно. Будешь выйти. Наверное, пока людей нету.
И тоже офигилками звонули сюда. Ну, да, можешь пойти в 20 тел на келе, побить. Не знаю. One. С челиками 12к ДПС. Да. Да. Да, тролка, ебучит это 4. О, токсин вон там. На 5 человек бросился. Фокс и Сика. Две совы. На приколе водиком. ДПСа мало получается. Фокс почему-то не размораживается. Хотя на Юле есть. Вот смотри, зеленые люди, надо их разморозить. И вон еще стоит. Спасибо, Юлечка. Всем привет. Здорово. Че, вы уже в ВДК? Да. Заходи, Леха, по пеньку. Ну, надо рейндж набрать, наверное. Кош скидывает димаф. Ну, поздно уже. Людрин, как дела? Да хуёво с мили. Да, милики хуёвые в натуре. Чё милики хуёвые? В смысле милики хуёвые? Убили Хулидринка. Да и похуй на него, реально. Похуй. Втоптали его в грязь. В доски в эти. А шо, куда мы идем? Ель? А чё-то лензом? Да. ИВК. А, ИВК. Бронзовая идем. Заходи. А, ок. Ок. Бронзовое ИВК, святилище. Ну чё, гарбу заставил? Бронзовый кель у ИВК, нахуй. Тотем убирайте. Интересно, в кого врежется? На нахуй, в тотемы. Да. Это вроде в Мэтфокса. Мэтфокс тотем, оказывается. Мэтфокс не знал, что ты тотем. Это же дохуя IQ надо в этом инсте. Поэтому в него люди боятся ходить. Слишком много IQ надо, чтобы убивать этот инст. Видишь, сколько людей уже погибло, блядь. Даже Хлидринг погиб, но ему БР дали. Пришлось, потому что хоть все-таки 20к дает. Хотя сейчас 16 показывает. Эх. Почему-то понерфили ретриков и сразу скучно стало. Ты смотри на его психологический ДПС. Да похуй! Да, да похуй на ретриков. Че, лемы фапнули, что ли? Нет. Там череп. Нас просто закопали заживо, вот и все нахуй. Залагало. Кого он врезался, интересно? Ханта. На приколе. Если бы апнули Элимов, я бы сейчас отстал с собой отчасти. Да, Хант, наверное, это очень трудная задача, да? Отбежать от того места, куда бежит. Ну, как завис. Ты представляешь себе отбежать, если у всех сервак завис? Нахуй, блядь? Да у меня всегда так зависает, поэтому, мне кажется, не зависает. Мне кажется, заебись, типа, 2 FPS, хуй знает. Тупо стояли секунд 10, блядь, все не двигались. Не, у меня просто 2 FPS, я поэтому думаю, что все нормально. Ой, это ж дохуя IQ надо купить компьютер за 40 тысяч рублей. Да, там IQ не надо, мне кажется. Вот я бегу влево, например. Да ну нахуй! И вот такое бывает, что ли? Так. Нихуя себе выпад. Да ладно. Так, давайте поставьте шкаф. Кто там еще зашел? Лут говно. Я в этом участвовать не хочу. Пиздаты. Да ладно, ты все равно не дамажешь. Может, танк аспект. Кому там еще пати кинуть? Нихуя себе, это что сейчас за унижение такое было, блядь? А он тоже не дамажит. Никакого унижения, все. Это ебать, это просто, блядь, вообще унижение, нахуй. Он тоже не дамажит, так что. У меня 2-5 нету. Тыкайте. Так у меня тоже 2-5 нету. А ты что, с 2-5 дамажит ищешь?
Где Лингрен? Ляг пиздит, блядь, криво. Ты так говоришь, как будто у тебя с себе сразу 25 будет, 27. Что-то Лингрен. У меня и без них не принимается. 25 есть. Покажешь. Вот Фокс, ты где? Покажу на турке. Интересно, кто по хилам был первый? А, Бидон, нихуя себе. Вот тут конкурентов нету. Я думал, Энсика. А Энсика это кто? Вот так вот, Юля, правильно, туда его нах. Так, тут один танк нужен, да, можно в СУ прыгать. А, Энсика это пух, что ли, блядь? Тебе передали, что ты тоже в 2-5 не будет дамажить. А где Лингрен? Да, Энсика это пух, ну типа так взяли чисто, чтобы купал. А, это ты, блядь, ёбаный в рот, нахуй. Макс, не признал, извини. А вот там заходите, или как? Мудфокс офнулся, Лингрен что-то не принимает пати. Ну, наверное, зачаем мотошоу. Все, я готов. Плюсуй. Плюсуй, Леха. Мудфокс, ты где? Что-то писал. Серф лег написал. Я понял. Буду через минут 10. Желаний не будет. Да. А и год, что? И год отклоняет. Ладно, придется без Мудфокса начать. Кем могу быть полезен? Сейчас великий чернокнижник Вилфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою! Не, ну с этим сложнейшим боссом мы должны справиться. Это сложнейший босс, действительно. Тут может любая неточность привести к вайпу. Да. Например, если так господа элемстеры и господа шипешники не будут нажимать диспел, когда надо. И маги. Так а и я диспел нажимаю, я нажимать его вообще, я нажимать его вообще не буду, потому что у меня воду не настроен. Какой пати? А воду не надо нажимать. Надо на босса нажимать. У меня вообще хилбот не работает. Я типа хилю, смотрю, блядь. Но он 10 стаков сам все равно не сворует, поэтому вам все равно надо пуржить. Тебе надо на элеме нажимать на босса, развеивать. Да похуй, он там маги есть, блядь. Что, я верю, там маги, ругаемся. Там 10 стаков, ты слышишь? Там 10 стаков, ему 10 раз да надо будет нажать. Похую. Да не похую, короче, он молнии шотнет, блядь. Он шотнет молнии, три человека. Ну ничего, в 5 тел добьем, как по старинке, короче. Вижу, мы за Ломаныч. Да я не знаю, ну не будут диспейлить, но хуйни. Ты чё разорались, ёпта? Не понимают нихуя. Тише будь. Угорь боится вайпаться. Да меня это раздражает, блядь. Говоришь, сделай простую вещь. Да похуй. Да, можно ГП въебать. На келя придем, да. Потом. Ну я говорю, если, блядь, если вот, ну, убьет. Не, если здесь ГП, нахуй, это моментальный лифт, блядь. Я понял, блядь. Будь ГП заебись, а здесь хуёво. Ну, блядь. Неэлементарные вещи надо делать. Не знаю, на Джане может... Это вот я сейчас косты кикать не буду, буду говорить, да похуй, блядь. Свой класс надо выполнять. Если ты хил, хилишь, танк танчишь. ДД дамажишь. РДД, Р дамажишь. Врата, блядь. Вау. Вау. Вот, надо захилить Войда сейчас. 70 тысяч хила дать. 70 тысяч все еще до сих пор. 5 секунд. Кто же захилит меня? Иначе будет взрыв. Сейчас как жахнет, блять. На туре. Опа, стаки появились. Что смотри, же будет? Инсика сдох в луже, а это хэпал. Осталось только 2 хила. Бидон и Стелси. Мадина тоже сдох. Хуй знает от чего. Хильте Притона. Я пойду похилю его на сове лучше. Ну его нахуй. Хильте, хильте, а то пиздец будет. 50 тысяч надо. Притона хильте, притона хильте реально. Ебать, взрыв будет. Смотри, на, взрыв. На, нахуй. Пиздец. Жмитесь, жмите. Гимн Шалфирки. А, на нем да испытание плоти, блядь. Ёб твою мать. Как ты это объяснишь, Синтек, нахуй? Почему ты в луже сдох, когда он? Да, так блядь. Так ты ответил на вопрос только что. Испепеление плоти на приколе. 10 стаков на боссе. Бьем вулкан. О, все, ГГ. Да, круто. Кель, Джайна. Бронзовая. Ну, блядь. Чтоб ты посмотрел, что элементарные вещи, оказывается, трудно сделать. Очень тяжело, наверное. Инсика, а ты почему тут? Почему у нас
что, не хилят метки, что ли? Ну да, ты же видел, ты же видел, стелси бидон остались. Они, наверное, не нажимали волну в метку. Нахуй надо. Может, они не видели, что метка черепа. А там надо шаману где-то 3 волны хуйнуть по итогу. Ну да, 80 тысяч, он 85. И не смог прохилить, 4 не хватило. Ну, значит, не критануло, не повезло. Ну ты хосты, хосты больше собери, чтобы у тебя еще меньше волна хилила, тогда ты и 5 не прохилил. Да, Юля, помирай. Это сейчас люди в инс будут заходить, будет игра вылетать у них. Отправляйся в пустоту! Так, покинуть тело. Так, мне кажется... А нахуй мы тогда идем АВК, если у нас что уже? Мы проводили попытки. Проебали. Мы не за попытками идем. Там тринкеты все равно падают. Идем. Уже не за плащами, а могли да. бы. Нахуя плащи, бы. Если целка лучше? Ну, вообще, там нет, что, не, целка, из ЦЛК есть, с ЗС-а и с этого, и с Келя, ой, с Келя Салара плащи падают лучше, чем эти. Салара падает лучше, ЗС-а ну, не лучше. Так ЗС-а критарповый еще, силовой плащ падает. А, ну силовой, да. Я вот не знаю, нахуй, как сделать, падает, кого-то попросить спекнуться нахуй, или самому спекаться нахуй, вообще не знаю, блин. Хила, да спекни с хила, тут все равно второй танк не нужен нихуя. А то нахуй эта беспомощность поражает просто. Будешь стоять, блять, эти покровы кастить в метки. Да, инсика дохнет в луже, нахуй. Так ты так и не объяснил, ну, почему ты так сдох. Так, для прикола. Я не увидел ее вообще. А, молодец. Круто, да. Играешь, молодец, мне нравится. Слушайте, у лужи, похоже, была. Потерялся вот в кнопках. Штука. Потерялся в натуре. О, меня потом выкинуло. Смотрю, оп, сдох. Бля. Да, молодец. Круто. Святос заходит. Святос. Святос. А, правильно. Сори. Опа. Невидимое солнце. Ура, у нас сейчас будет Депс. Себастьян Депс. Фокс, конечно, мог бы спасти положение. Три хила могли бы еще вывести, но, к сожалению. Блять, все, он вылетел, нахуй. Серый, говорит, лег, нахуй. А, свет рубанули. Святос минус, нахуй. Я понял. Кто у вас каски? Обычно всегда свет рубают, когда в ВВК идешь. Надо инвизибла сумнуть. Нужен шкаф, короче. Притон, ты сможешь оформить такую хуйню? Возможно, уйду резко. Я бы тоже ушел в такую хуйню. Келя не предвидится, да? Не, кстати говоря, очень печально будет, если Кель вообще на неделе не закроется. Был прогресс 4 из 4, станет 3 из 4, нахуй. Вторник, как бы хотелось бы отдохнуть, ну ладно. Причем всех с первого утра убивали, шли. Да. Ну типа да. Запускаю. Ну, потому что, видишь, проблемы по большей части с онлайном. Бля, кто из паладинов каски бафает? Ну, мне кажется, либо Инсика, либо Лингрен, либо Холидринг. Кто-то вот из них. Ну, я думал Инсика, нахуй, потому что Холидринг, кулаки, МП5. Может, герой? А придется тебе, Лёх. ГП просто. Захилить притона. Да ну ах ты че, это слишком трудно нахуй. Что такое хилить? Инсика, брателла, ну там под тобой лужа нахуй. Алло, блять, как дела? Стаки на боссе. Стаки на боссе. Стаки на боссе можно своровать, да. Вот. Ой, бать. Чуть-чуть бы еще не успели бы. О, стелси. Сфея вылетела. Каску так мне даст кто-то или нет? А я сейчас дам, подожди. Сейчас. На. 10%. Заебись, нахуй. Вау. А у меня тоже каски не было, понимаешь? Блять, для меня есть... даже не достало, нахуй, понимаешь, о чем обидно? Даже 8% не достало. Натуре хуёво. Бой очень тяжелый, возможно, придется упасть. Возможно, придется. Чтобы дать каску. Да, натуре придется заново начинать там. 10 стаков на боссе. Блять, не относи, добавим эту хуйню. Вулкан бейте. Не, добавим немножко. Давайте массейв какой-то. Так, неужели надо Войда прохилить? Попробую это сделать. Почти получилось.
На приколе беги. Да, трудный босс, очень непросто дается. Я тут прям ботом обливаюсь, спамлю вложения. Мини-рост. Жопа Сименом обливается. Тури, бля. Сименом и... Сука. Аллилуйя. Аллилуйя. Так, всю эту хуйню отказываюсь, короче. Отходим к красному щиту. Красный щит это вот такой с шипами, короче. Сейчас будет пиздец. Сейчас будет вообще еще хуже, нахуй. Тут надо вытащить на панель вихрь и этот гнев деревьев, нахуй. Жаба. Бекайся. Того. Шип. Да, Мэтфокс. Канцелятор дайте пойти. О, я ему уже раза 4 кидал. Мне кажется, Келля можно будет убить сегодня, да? Че канцелятору дать? Пати. А он в... Он в игре. Он в игре. Я ему дал пати, но он уже в игре. А, не повезло. Да. Блять, а почему-то он еще не в рейде? Почему? Да и вот тоже. Слава, это просто не повезло. Это какой-то баг, наверное, был, да. Ладно, пока вы там даете ему пати, он вроде ассист был. Я поставлю метки. Тут, короче, шакал, это фурик. Просто ему сейчас придумаем, кто будет его контролить. Так. Он на армс, блядь. Треугольник буду контролить. Вот, плюсуй давай, блядь. Треугольник буду контролить я. Квадрат Вара будет контролить Равист. Так. Самуил Якович Маршак. А, это Эршам. Так, Бриена это не то. Сириса это будем убивать первую. А, череп на него поставим. Алису вторую. После черепа крест. Вот так. Так, Нузл Чудодей Петух. Мэтфокс, ты вардру. Так, о. Притон, вот это твой челик. Луна, это чисто три изгнания, три страха. Звезда, это Хэ-Пал. Кружок, это Эр-Шам. Им надо сбивать косты. Торий. Братство Тория, из Братства Тория. Торий из Братства Тория. Ромбик. Это Патя Егоду. Это Анхоли ДК. Да ему давали пати, он на ФК. Да, он плюсовал, только он состоит в пати в какой-то. В какой-то пати. Вот, я дал. Троллить, нет, просто... Там Зози зашел. Не знаю. Зози? У него 3000 ИП всего лишь. Он вместе 3 не играл. А Ромбик... Пожалуйста. Ромбик будет контролить Вадикон. Совы контролят 3 вихря, 3 корня миликов. Так, запомню свой треугольник, где он там, сука. Самое главное, это убегать от миликов. Так, запомни цель. Первым убиваем череп, там вторым убиваем крест. По Сифе вылетело. По Сифе вылетело. Только не это. По Сифе, залетай. Вылетел, так и залетай, да? Залетать это может быть опасно. Залетать... Блядь, да я почему я, сука, я так и думал, что ты это скажешь, блядь. Дурак старый, блядь. Энха или разбойник? Ладно, давайте насчет три. Тебе ли не знать будет. Еще три будем пулять. Короче, вот смотри, этот, сифилис, давай ты... Подожди, ну Юля, давай попробуешь там кого-нибудь поотвлекать. Сифилис вот сюда грипанешь, примерно в центр, череп. Алису или Сирису первую? Да Сирису, Сирису. Сирису, Сирису. А Invisible вот сюда грипанешь, прям, блядь, на доске, нахуй. И здесь мы будем разбирать черепок. Остальную всю хуйню там стопорим. Стопорим. Через и... таун? Через грип. Басы не таунтятся. Насчет пул, короче, начинаем. Выберу свой треугольник, чтобы дать ему корни. Или вихрь сразу. Так. Да, отлично. Давайте, Геру бьем череп. Гера, 5 минут КД. Бьем череп, разбиваем, диспелим все. Ну прошлый босс сложный был, не надо. Фиряем эту всю хуйню. Отроги бежим, вихрь дал второй по нему. Теперь крест выбираем. Коска сбиваем, кружку, да, вот отлично. Сейчас корни дал по роге, отойдите просто от него, просто отойдите. Луну... Крест бьем. А нахуй мне вихрь отдали. Крест бьем. Медина резает Инсику. Так, сейчас вихрь пойдет по роге. Все, фул вихрь по роге. Расконтраливаем. Самула, пожалуйста, сбейте каст. Вот он стоит, хилит. Роге даю второй вихрь. Добиваем крест.
После креста будем играть кружок. Так, третий вихрь пороги. Шакул побежал. Шакал. Там назначенные друиды контролить. Кружок. Мэтфокса не реснули. Кружок играем. Вадикон резает Мэтфокса, Мэтфокс резает Синхана. А Магина в дискорде? Ошибку ШП. Не знаю. Кружок бьем фул. Он резает. Кружок, фул, кружок. Диспельте его тоже. Диспелить должен этот Элем или Энх. Ну еще прист может. Так, фул вихрь по оригинал. По своим обам даем. А по факту ретрик диспелит. Магине дайте боб. Нет, это про пурш мы говорим. Таргет диспелит. Магине боб дайте. После кружка звезду бьем. После звезды будем кружок бить. Там мак расстреливает, больно. Да и хуй на него нахуй, дай ему сало нахуй, дай ему стан нахуй, какие проблемы. Вот я ему вихрь дал, чё, проблемы есть? Нету проблем. Есть проблемы, блядь. Все, после звезды кружок бьем. После кружка звезду бьем. Все, блядь. Блядь, да стопните его. Роги корни дал. Кружок бьем. Так. Роги вихрь дал фул. Сейчас пизданет, блять. Похуй. По водикону. Похуй. Похуй. Роги второй вихрь дал. Кружок бьем. Третий вихрь. Уходки диспельте. Корни роги даю. Фуловые корни. Кого? Звезда. Да вон звезда, звезда. 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 Блять, не сбивайте, да. Бога ради, не сбивайте роги. Похуй, блять, сова хуярит старфон. Там назначены эти контроли. Это солнцепад. Ромбик. Да, давай. А чего? Не парься, она меня пизда, что не говорит, не парься. Давай, да, давай, да. Давай ромбик, да. Потом квадрат, потом рогу нахуй. А потом дон, ёбаный дон. Тури. Дон накеля дон. Какой-то новый прикол придумали, пока меня не было, или что? Нет, это, блядь, типа он треплёху бери. Возьмешь треплёху, все выйдут. Треплёху и ВК зрыни. Давайте рогу. Он будет баф, что? Давайте пристос. Он в рогу, сыграйте, да все. Я забываю его давать. Пожалуйста. Ну, уже квадрат доиграл, у него мало хп. Да, квадрат. Получается, Ванька не реализует свой класс? Да, получается. Сука, кош, блядь! Диспелим кош, нахуй. Да, он не диспелится. Я знал. Ты умный? Нет. Не ты умный. Прикидывай. Умный, блядь. Я глупый, глупый. Так, ну следующий босс еще труднее, там пиздец надо до хила, до хуя. Может Валанира пригласить? Валанир в студию! Так, нажимаю крестик на всю эту хуйню, может все это разгребать. Так, отходите к воротам, вот сюда, где стоит моб зеленый. Надо кому-то спекнуться в танк, но я спекнусь, половлю шарики. Это очень трудная работа. Кто еще сможет это сделать? Сифилис, наверное, да? Да нахуя? Я могу. Давай, Лингрен. Той хундринг еще. Так, вот рыба. Без рыбы тут не пройти. Слишком много хп надо, чтобы выжить. Так, цвет надо менять будет по команде. Все очень просто. Кто будет это? Хундринг, ты будешь танчить этот? Берите треплюху в рейд. Где треплюху в рейд, говоришь? Да он мораль еще есть. Он на ФК где-то. Хинкалинка. Блять, надо побольше миликов. О, этих РДДшников на. Хинкалинка, вон, смотри, хинкалинка. Ну, он Леха бафай это. Кулаки МП5. Хуярьте шкаф, чё. Дай шкаф. Я заебал. Ну, видишь, пекнули. Так, тыкаем. У нас коты есть? Кульдинг, ты белую, да, держишь? Бля, черную. Я все держу. Этот самый. Кто там спекл? А, Лингрен. Ты давай, короче, вот по внутренней стороне, и когда перейдешь с той стороны, с той стенки, а я вот с этого щита, с
паладинского, а когда они переведут посередине. Так, те, кто ловят, весь рейд берет черную. Подожди, подожди. А, все понял. Юля берет черную, танчит правую. Сейчас поставлю метку. Хульдринг берет белую, танчит левую. Кто под черной, бьет звезду. Кто переключает под белую, переключайтесь в кружок. Когда рейд по черной, ловим белую. Ну это, в принципе, все вы знаете. Интересно, Слава, ты будешь ловить белые в медведи или в кошке? Так, Хулудринг тут. Все, даю отчет. Тут очень сильный захил надо. Буду надеяться, хилы не уронят рейд. Ну чуть что, сразу на хп читаю. Вот сверка появилась, полетела не в рейд, нормально. Черный по возможности пропускаем, но если белая и черная вместе летит, то тогда уже... В смысле пропускаем, блядь? Они не дамажат, они баб дают. Мимо рта такое не пропускаем, блядь. Ну, рейд, чтобы не убили, я имею в виду. А если они летят... Они не дамажат. Если... Блядь, ты глупый, что ли? Походу. Это я и говорю, блядь. Они настакивают хуйню, которая потом уроду влещет на людях. Ну... Ну а если она летит с белой, то она пол хп отъебет. Поэтому надо следить. Ни одного стака не пришло. Ну тури, блядь, нихуя себе. Так, чё там? Белую надо брать, да? Берите белый цвет. А чё вы не говорите нихуя? Под белый. Переходим? Чё тебе говорить? Да, переходим, потому что да? Может быть и белый цвет сейчас. Так, переходите. Теперь ловим черные шары, да ну чтобы нахуй, они... я ловлю черные шары. Черные шары, чтобы они в рейд не прилетели. Я просто под белым, мне написалось без анонса. Угу. Типа я и так под белым. А вы по черным, вам ДБМ должен написать сменить цвет. Ну, три челика не сменило, вот и сдохли нахуй. Не успели сменить. Ну или хилы моча. Волонира нет, увидишь. Под волониром можно не менять цвет, нихуя, никогда. Надо пробить там щит. Пробить надо какой-то щит. Все, найс. Nice. Успех. Very nice. Чисто, я не знаю. Чистая победа. Нет, блядь, грязно, нахуй. Flawless victory. Смотри, выбор, нихуя себе, блядь. Опа. Нет, нет выбора. Где ты выбор видишь? Сука, так, я смотрю, здесь все лутают, да? Да, лутаю, я отказался от всего. Хуйня всякая выпадает. Вообще ни одной трини не упало, пиздец. А нубе только одна шмотка нужна. Или две. Блядь, у меня, кажется, власть неживых с Альянса на сове. Я и забыл про это. Ой, подсумоните, я сейчас за вар зайду. Офхенд, можно ПЛС. Ну там кто слутает, передадут, я думаю. Короче, сколько у нас танков было? Ты... Когда мы убивали? Три? Один на боссе. Один на боссе и двое на трэше. Ну я тогда в сову, да, спекаюсь? Затанчишься? Давай. Хулидринг с рингером, значит, мобов. Блять, а кто их контролит? А кто их контролит будет у нас второго пристани туда же? Он Хинкален. Может, пусть просто, контроль. Слава, они кастуют одновременно, все, что надо. Кто мой рецепт спиздил, а? Че дайте спиздить понятие? Рецепт. Шестой пати, второй приз. Блять, а я что? И там пассифея вылетела. Хинкан Глинку взять вместо пассифея. Тинкаленко в Диси. Сейчас будет проверка профпригодности. Твоя сторона левая, Шалфир, твоя сторона правая. Выходят 4 жука. Дальних жуков от рейда кидаешь в оковы. Выставь оковы на единичку. Или на какую-то кнопку удобную. Мы все умрем. Ближних двух жуков танки берут, подводят, их заливают. Как только у жуков мало хп, вы освобождаете своих жуков. Дайте, что-то в них кидаете. По воде. Чуму кидаете и...
подводите и забиваем. На последней фазе, когда босс не зарывается, уже тоже. Фаза на земле минута 20, фаза под землей минута. Так, сейчас поставлю рыбу. Под босса сразу грипануть надо будет сверху. Немножко босса на вот это кольцо выведешь, Юля. Так, вот рыба. Хаваем. Сейчас звездопад не бьет, да, сферы? Вчера он, Леха, слышал, что смотрели с Славой ульду с X2. Протовар, 111 кхп. Ага, нормуль. Это у него шмот, наверное, 300, да? Да нет. С ульды. Тимкаленко, ты понял? Где-то 290-295. Ты понял, с какой стороны твои мобы? Я не готов. У меня ни одного бафа нет. Да это я, блядь, не скликнул. Не пуляй. Не пуляем? Не пуляем. Хинкаленко, братан. Ты со Ладка, стороны... пристабов. Со стороны Кулак. Черепа. Шалфир со стороны креста мобы. Босса подведешь вот сюда. Примерно жопу босса. Сюда притянуть. Тут кулаки бафают. Сюда ДКшники притянуть эту самую сверху. О. Лингрен. Успех. Так, проверка и будем гулять. Что к хп мало стало? Так, первый боб Инсика. Второй Лингрен. Я понял. Даёт чё-то. Костя, ты слева, справа босса? Да я справа, как смотреть на босса. Ух, ебать, лаганул. Так, сверху разбили, всё нормально. Так, сейчас выйдут жуки. Ближних танки подводят. Дальних. Вот в кресте идет шелфир. Контролит. Хинкаленко, да. Почему ты, сука, ближнего, блядь, контролишь? Зачем? О, молодец, переконтролил. Бьем вот этих двух жуков. Выбрали, убили. Завешали милики. Навешали туда хуйни. Быстрее, быстрее, быстрее. И этих тоже бьем. Все, освобождаем, бьем. Звездопад вроде сферы не бьет. Жуков быстрее. И смотрите, чтобы они вот эту закопку не прокастовали вне лужи. И по боссу побольше. Так, зарывание через секунду. Так, надо отвести босса. Этот, консилятор, давай отведи босса к паутине. Стаунти, отведи, побеги отсюда. А, ты... Ладно, давай я стаунчу. Начну вести. А ты продолжи. Босса надо увести, сейчас будут закапывать. Все жуков только бьют, босс сейчас не бьет. Закапывание. Закапывание произошло. Жуков все играем. Жуков играем и скоробеев. Сейчас, внимание, выйдите с лужи. Выйдите с лужи. Блять. Выйди, выйди. Инсика, приготовься кидать на него боб. Да что вы, сука, делаете? В сторону паутины бежим. Леха, сам по себе сам боб, по себе будешь давать. Готовимся, сбиваем сферы. Сферу сбейте, блядь. Прокайте, по-моему. Леха, давай он боб. Дал нормально. Все. Стой, стой, стой. На двух секундах зайдет. Так, выкапываться будет еще секунд 10, наверное, есть. Что? Инсика, сам по себе боб, подойдите. Сам по себе, и вот это вот... Когда подойдет к тебе... Сам по себе боб, и на второй секунде, когда будет кончаться... О, ебанул лужу нахуй. Ну сейчас он вылезет уже через 5 секунд. Беги, беги, беги к паутине, беги. Сейчас он вылезет. Юля, на вот этой луже танчишь, вот этой луже. Жопу босса ставь в лужу. По боссу бьем. С мобами то же самое, только мобы ближе будут. Этот, Шалфир, перебеги на сторону крестика, там контроль. Моба, вот который ближе, прям в самом черепе, не в крестике, нахуй. Мобов играем. Фаза пошла. Метки хилим, залма на себя. Закопался. Да он не успел зайти. Хорошо. Залман, сейчас говорю, себя похиль. Вы слушаете, что я вам говорю, блядь? Да не успел закастить. Когда метка на вас, хилы там они, ну, неопытные, нахуй, вас проебут. Жуков заводим, заводим. И того тоже жука заводим под босса. Их надо убить. 6 жуков мы не вывезем. Мадина себя хиль, бидон себя хиль.
вас, на вас метки. Метки на фул держатся, и два танка на фул, или три держатся. Остальные все боссы играют. Все, сейчас новые жуки выйдут. В черепе Хинкалинка и Шалфир. Сконтрольте два жука. Законтрольте их. Ну, вот, ладно, хорошо, пускай так. Жуков бьем еще. Еще эту пачку 4 жука бьем. И после них только будем добивать босса спокойно. Жуков переключитесь и убейте. Прием. Все, метку Хельмин Сика, Сиани, прояви на тебе метка. Тика умрешь. Освободите. Жука освободи. Хинкалинка не знает, что такое нахуй. Грибните его, вот он сейчас кастовать будет. Вот, ага, нормально. Все, жуков. Все. Можете про жуков забыть, все, босса там добивать. Там 100 тысяч. Все нормально. Запы ткань. Запы нужны не эти, нахуй. Йова. Лут говно. Ну да, не очень. Так, быстрая раздача. Долби, долби. Так, сферы на... Сферы на шару. Это хуйня на шару. Это хуйня на... Ты тело, дай там паладиновское валяет. Нердру. В другом сундуке. Это хуйня, сейчас я это раздам. Это хуйня на шару. Инсилятор будешь это одевать в бордель, когда пойдешь. Так. Конец. Ебать, ты раскидываешь, блядь. Дай на распыл хоть что-то, блядь. Ой, дай мне 4 трофея, я продам их. Сейчас. Так. А, лучше мне это 9 апну. А, ну тогда апай. Да я шучу. Он пиздит, блядь. Давай, один. Один тебе. Один ему. Один тебе. Один инсики за старание, один хулидринку. Хорошо, 50 голды на дороге не валяют. Что-то еще один остался, походу. 5 было, что ли? А, нет. А, вы, наверное... 50 голды, тогда да. Наверное, с инста ушли, поэтому не могу вам передать. Так. Ну, я не в инсте уже. 9. Паладин. О. Нахуй ты мне ДКшный дал. Ты мне паладиновский... Тебе не тот дал. А, сори. Вот завоеватель, да? Ебэ. Да я тыкаю на все подряд просто. Запы нужны, запы. И вот эта хуйня. Так. Запы какие? Че, мы рокали чем? Ты же запы и там. Да, конечно. Так, вот вроде все раздал. Говорю, запы, тринкеты там падают, блядь. Ну че вы тупите? Тринки неплохие. Да я чисто. Сейчас. Дай Юле ДКшный ром. Ну, у нас инсика идет, получается, вместе с нами. Мы сейчас в Вока, да? Да. Это я на Эрдру пойду. Я свой уровень хапала оценил. Кнопки я жать не умею. Можно пойти. Наверное, что-то на Эрдру поменяло что-то. Че, этой пачкой или присобрать? Да не, вроде норм, плюс-минус. Ну, типа... А, мне ЕП, не. Ну, если можно отсюда брать Мадину. Еще. Нихуя себе, мы за это 300 ЕП получили. Сам плохой. Jesus Christ. Вау! Забыл про ЕП. Ну. Кризис. Лёха не получил.